23 августа 1943 года завершилась битва на Курской дуге. Курская битва стала своего рода кульминационным пунктом Великой Отечественной и всей Второй мировой войны. После нее война приобрела необратимую направленность к победе антигитлеровских сил и неминуемому поражению стран фашистского блока. Развернувшиеся в ходе ее сражения не имеют себе равных в истории войн по степени ожесточенности и по упорству борьбы, концентрации войск, прежде всего бронетанковых и авиационных сил, в ограниченных рамках времени и пространства, в стремлении любой ценой достигнуть поставленных целей. В общественно-информационном центре Центральной библиотеки вы можете найти литературу о битве на Курской дуге, рассматривающую данное событие с разных точек зрения. В издании «Великая Отечественная война» в нем раскрываются политические, экономические и военно-стратегические условия и предпосылки, обеспечившие победу. В издании «Великая победа» в главе «Курская битва. Взгляд через полвека» повествуется детальный ход битвы. В книге многотомного издания дается должный отпор попыткам недобросовестного толкования событий Второй мировой войны и ее итогов. В полях ратной славы вы можете прочесть воспоминания маршалов Советского Союза Жукова, Рокоссовского, Москаленко, лично принимавшими участие в битве на Курской дуге. В изданиях по истории России можно прочесть общее описание битвы.